Сейчас на сборах в Сочи 32 игрока. Это не основной состав команды. Ее костяк, игроки клуба «Енисей» вместе с главным тренером Александром Первухиным, находятся в Великобритании на европейском клубном турнире. Здесь присутствует много молодых игроков, перспективных. Без игровой практики на высоком уровне игроки перестают расти. Поэтому я надеюсь, что тренера не будут стесняться и дадут нашей молодежи нюхнуть пороха в ближайшие, может быть, клубные или международные игры. В Сочи команда проводит предсезонный сбор. Сейчас закладывается база по физической подготовке команды. Сегодня, например, в программе тренировок бокс. Регби – игра с большим количеством столкновений, и этот вид развивает у игроков умение работать с противником. Другая часть команды задействована в так называемых кондиционных играх. Это игры, приближенные к регби, которые проходят в очень высоком темпе. Бери, Дима! Дима, пали! Оп, есть! В Сочи команда проводит 10-дневные сборы. Здесь регбисты готовятся сразу к нескольким ответственным матчам. Этот сбор предшествует основному сбору, который будет проходить уже в январе месяце, в конце января в Испании. Там, где мы будем готовиться к матчам чемпионата Европы, который является квалификацией Кубку мира. В Мадриде в феврале наши регбисты проведут матч с испанцами, после отправятся в Бельгию. И оттуда в конце следующего месяца снова вернутся на базу в Сочи. Регбисты говорят, курорт стал уже традиционной тренировочной площадкой для команды. А центральный стадион они называют домашней ареной. Кстати, здесь они уже в марте проведут несколько встреч. 4 числа сыграют с Румынией. Здесь же начнут готовиться к матчу с Грузией. Он состоится 12 марта в Тбилиси. А 19-го спортсмены снова вернутся в Сочи и выйдут на поле центрального стадиона на игру против Германии. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «Эфкате».